1 июля – День сержанта. В 1996 году президентом Республики Казахстан был подписан указ об образовании сержантского корпуса Министерства обороны. Это событие стало отправной точкой в истории становления и развития профессионального сержантского состава и по праву вошло в календарь памятных дат вооруженных сил как День сержанта. За 30 лет существования Казахстан сумел построить собственную прогрессивно развивающуюся модель профессионального сержантского корпуса. На сегодняшний день сержанты являются неотъемлемой частью армии, основным проводником требований командиров массы военнослужащих рядового состава. Обязанности сержанта многогранны и сложны. Мейер Алдабергенов – один из тех, кто служит в этой отрасли. Я начал свою карьеру в 2012 году. Во время службы я участвовал в различных учебных упражнениях. Затем участвовал на учениях в Германии и получил сертификат. Во время службы в миротворческом батальоне мы готовились к миротворческой миссии, и я показал себя с очень хорошей стороны. Сержанты, как наиболее близкие к солдатам командиры, вносят неоценимый вклад в воспитание, обучение и обеспечение личного состава. Оказывают всестороннюю помощь офицерам, реализуя их решения по организации повседневной жизнедеятельности войск. Сержант Мейер Алдабергенов также является образцом для подражания, гордостью вооруженных сил и инженерных войск. Стоит отметить, он принимал участие в дорожных, обезвреживающих работах взрывчатых веществ во время инцидента в городе Арысь. В 2019 году в городе Арысь произошел взрыв, в то время как раз шел набор. У меня была задача перед собой поехать туда и стать сапером. И недолго думая, я предложил свою кандидатуру. Поехав туда, стал выполнять различные боевые задачи. Клятва перед Родиной и преданность воинской службе помогли военной карьере Мейера Алдабергенова. Его заслуга в этом году была отмечена наградой на всеармейском совещании. Он награжден медалью за боевые заслуги от главы государства Касым-Жомарта Токаева. Аружан Тнеибаева, Алмат Хамид. С помощью пресс-службы Вооруженных сил Республики Казахстан.